Читайте в свежем выпуске газеты «Ангарские ведомости». Парламентский контроль. Окружная дума готовит обращение в прокуратуру Иркутской области по некачественному капитальному ремонту. Новоселье. Выставочный зал, зимний сад, два спортивных зала с душевыми, тренажерный кабинет и лаборатории. Новая школа китоя принимает первых учеников. Чистая пятница. Ангарские общественники устроили генеральную уборку на берегу Китоя. Задай вопрос власти. Все долги ангарского трамвая будут погашены. О банкротстве не может быть и речи. Ангарские ведомости. Свежий выпуск с телепрограммой каждую среду.